Всем привет! Рада видеть вас на своем канале и спасибо, что подписались. Сегодня мы с вами посмотрим новинки в Lime. Красивое приталенное платье длины макси из вискозы с минималистичным принтом. Обратите внимание на глубокий вырез на спинке с завязками. Платье в бельевом стиле. Прекрасно подойдет на летний сезон. Классный обтягивающий лонгслив с таким интересным принтом в виде рук. В составе у него вискоза и полиэстер. Смотрится очень круто. Кстати, я себе такое уже взяла. Полупрозрачная рубашка прямого кроя с таким градиентным принтом. Рукав у нее идет укороченный. И сама рубашка в таком стиле гранж. Облегающее платье мини. В похожей стилистике, как предыдущая рубашка. Сетчатый материал с таким тоже градиентным принтом и легкой драпировкой по бокам. Костюм в пижамном стиле из атласа в таком нежном, приятном оливковом оттенке. Представлен в виде рубашки и брюк. Такой интересный блейзер в черном базовом цвете с необычными вставками, такими рваными, необработанные лацканы и также у манжетов необработанные края и подкладка. Достаточно интересный блейзер, с которым можно собрать необычные луки. Еще одна новинка от Lime. Вот такие лонгсливы с перьями на манжетах и представлены в двух базовых цветах, белый и черный. Такая классическая расцветка с интересными деталями. В Lime появился такой костюм из трикотажа на основе 100% хлопка с фактурным вязаным узором. Представлен в виде пола оверсайз и таких вот брюк на завязке. Мне кажется, такой костюм отлично подойдет на лето. В нем вам точно не будет жарко. Укороченная футболка оверсайз в стиле ретро и 100% хлопка с таким широким атласным воротником с контрастным кружевом по краям и с миниатюрной вышивкой на груди. Вот такое платье мини с цветочным принтом и 100% хлопка.
У него объемные короткие рукава и расклешенный подол. Укороченное поло на основе вискозы с воротником на молнии и контрастной отделкой по краям. Прекрасно подойдет как базовая вещь в ваш гардероб. Яркий, стильный, однобортный блейзер прямого кроя с декоративным нагрудным карманом в сочном цвете лайм. К нему также в комплекте идут брюки. Базовые футболки, белая и черная, с отделкой из страз. Кстати, в лайм есть уголок со скидками, так что если вам будет интересно сделать обзор вещей на сейле, то пишите в комментарии. Большой выбор вот таких красивых футболок, в приятных цветах. Еще один блейзер, однобортный, в таком дорогом шоколадном оттенке. В лайм также представлены такие непромокаемые стеганые утепленные курточки на весну, оверсайз, с двумя карманами, также регулируемый низ и на замочке. Есть несколько цветов, такой оливковый, более горчичный и базовый черный. Также в лайм очень большой выбор одежды в спортивном стиле, разные шорты, свитшоты, футболки, леггинсы, на любой вкус. Друзья, ставьте лайки, если понравилось видео, а также пишите в комментариях, какие бы обзоры из каких магазинов вы бы хотели еще увидеть на моем канале.